Это кашпо из искусственного ротанга. Не боится воды, можно оставлять на улице, ничего с ним не случится. Мешковину и ленточки. Сердечки сделаны из дерева, и я покрасила их бесцветным лаком. В этой старой красивой кружке я посадила лубелию. Сделала дренаж из камушек, а лубелию посадила в целлофановый пакетик и сделала дырочки. Подставку для кружки вырезала из пластмассового контейнера.